Хватит! Стоять! С ума сошли! Что творите? Ружье не заряжено? Идите к охотничьему домику, сейчас Дмитрий подъедет, я ему позвоню. Он вас домой отвезет. Идите! Осторожно, я там большую собаку видела. Я думаю, что это, возможно, та, которая на сторожа напала. Она ранена, значит, злая. И собака разберемся. Дима! Забери ребят из охотничьего домика. Пошли! Чем ты думал, когда ты дуэль устраивал? Тебе правда интересно? Станет девочке. А тут вообще ни при чем. Она здесь ни при чем. Это ты тонко подметил. Ревнуешь, как маленький. Думаешь, появился второй сын, я про первого забыл. Это так не работает. Да? А мне казалось, сын 2.0 вполне достойная замена. Правда, несколько преждевременно, но тебе видней. Слушай, я для тебя делаю все, что могу, даже больше. Я тебя люблю. Но иногда ты хочется пообщаться с нормальным родственником, да? Беспроблемным. Ты же для этого его нашел. Я его нашел, потому что он тоже мой сын. Как бы к этому ты не относился. Знаешь, если завести нового хомяка раньше, чем умрет старый, они перегрызутся. Вот, собственно, что мы и имеем. Ну что, доигралась? Довольна? Все претензии ко мне. Я ружье держал, не она. У нее есть оружие пострашнее. Как можно было играть чувствами другого мужчины? У тебя свадьба через неделю. Герман мог погибнуть по твоей вине. Я ничего так... Хватит врать! Он что, стреляться из-за тебя? Мне Игорь позвонила, все рассказал. Хватит! Алена не виновата. И не волнуйтесь, мы скоро уедем. В Марине есть домик симпатичный. И стоит недорого. Это рядом с Атяевкой? Да, 2 километра. Да? Не помешал? В общем, поговорил я с Германом. Больше он к Алене на пушечный выстрел не подойдет. Эту проблему мы решили. Кстати, собаку мы нашли, можете гулять спокойно. Как она? Злая, дикая, полудохлая. Геров на цыплять ее повез. Зачем? Сейчас это ходячая угроза для окружающих. Геров нам и так хватает. Вообще за тобой. Там позвонили, брак на древесине обнаружили. Надо понять, критично или можно с этим работать. Поехали, узнаем. Конечно, поехали. Усыплять животное, которое и так пострадало от рук людей, это жестоко. Не я из нее сделал угрозу окружающим. И мне это время не быть для всех добрым. Поехали. Добрый вечер. Вы что-то хотели? Собака большая такая. Днем привезли, не усыпили еще. И не собирались. А вы хозяйка? Да нет. Просто хотела не дать ей умереть. А зачем ее усыплять? Хороший пес, несчастный только поэтому злой. Ему операцию сделали, лежит, теперь отдыхает. Отдыхает? Герман же повез ее усыплять. Герман? Он им даже старых и безнадежных усыплять не дает.
Показать вам морскую свинку, которую он проживание до конца жизни оплатил? Одному догу даже хрусталик поменяли, а кошек благодаря ему на диализ возит. Герман очень добрый человек, он бы ни за что не дал собаку убить. А мы с вами точно об одном и том же человеке говорим? Понятно. Герман произвел на вас впечатление? Будьте осторожны, он совсем не тот, кем вам кажется. То есть вы думаете, что он такие деньги на животных тратит, чтобы мне понравиться? Знаете, даже если это так, то я не против. Он столько живности за это время спас. Но вы, к сожалению, ошибаетесь. Я сначала тоже думала, что между нами что-то есть. Я даже о романе с ним размечталась, а потом он просто исчез. Деньги на животных пересылал, а сам появляться перестал. Так что это чистый альтруизм без попытки понравиться. Да, мам. А все нормально, хорошо я себя чувствую. Да. Все, мне не 5 лет. Давай. Скоро буду. Я медсестра. Может, нужна какая-то помощь? Ой, да что вы. У нас тут стационара почти нет. Пес и морская свинка. Я ему сейчас обезболивающее вколю, и все. Сильно его потрепали, да? Сильно. Но самое страшное, знаете, как будто его кто-то специально калечил, чтобы разозлить. Мне кажется, его еще голодом морили. Что же это за садист-то такой? Похоже, его как оружие готовили. Орудие убийства. И выходить его сейчас полдела. Откормить откормим, раны заживут. А что с психикой делать, я не знаю. Знаю одного зоопсихолога, поговорю с ним, может быть, он возьмется. Ладно, пойду к нашему страдальцу. Спасибо вам. Герман? Герман? Глотай, глотай. Ага, вот так. Ну-ка. Осторожно. Осторожно. Аритмия. Живой. Так, давай мы к Наташе в клинику тебя сейчас отвезем и скорую вызовем. Нет, нет. Давай, давай, давай. К ветеринару мне пока рано. Тебя подвезти? Ты с ума сошел? Тебе нельзя в таком состоянии за руль садиться. Ты не можешь везти, Герман. Это я идти не могу. А ехать я могу. Если ты боишься, я вызову тебе такси. Вот я тебя не оставлю одного в таком состоянии. Пейзажи наблюдай. Эти таблетки назначают при серьезных заболеваниях сердца. Я в курсе. Ты болен. Да ладно. Ты наблюдаешь своего врача? Лучше скажи, как там пес. Я приезжал удостовериться, все ли с ним в порядке. Пес лучше, чем ты. Он, по крайней мере, в надежных руках. Тебе нужно в больницу, Герман. Мы сейчас приедем домой и вызовем скорую, хорошо? А если будешь сопротивляться, я пойду к Марине. Еще одна любительница скорой вызывать. Вы подружитесь. Да что с тобой, Герман? Тебе правда жить надоело? Так надоело. Что ни день, то скорая. А что они могут? Посочувствовать? У них лекарства. А мне нужно новое сердце. А его у них нет. Какой смысл в больничке-то валяться?
Врожденный порог? Нет, не врожденный. Так, заболел в прошлом году, банальный грипп. Потом осложнение, реанимация, еще одно. Вот я и инвалид с показаниями к пересадке сердца. Ты знаешь, какая очередь на донорское сердце, а? Представляю. Так что особо ты ко мне не привыкай. Я тут ненадолго. Я очень тебя сочувствую. А вот этого не надо. Если бы ты сегодня не увидел, как я у машины валялся, то ничего бы не знал. До конца. Хочется побыстрее все это закончить. Не получится побыстрее. Все равно люди, которые тебя любят, будут... Никто меня не любит. Я просто облегчаю им задачу прощания со мной. Наташа. Наташа тебя любит. Не понимает, почему ты исчез, но все равно любит. Точно тебе говорю. Я ничем не могу ей помочь. Помоги себе. Выживи. Тогда ей тоже будет легче. Выживи. Слушай, давай мы сейчас просто поедем в больницу. В твоей ситуации любой дурак умереть может. Боишься показаться слабым? Так живи. Как он? Все хорошо, Герман спит, ему капают лекарства. Я могу к нему? Нет, вас сейчас не пустят раньше 9, потому что в кардиологии суровые порядки. Спасибо, что убедил его приехать в больницу. Да, Герман сопротивлялся. Ему в его состоянии вообще нельзя выходить за пределы больницы. Но разве он кого-то слушает? Ни меня, ни отца. Кстати, а где Игорь? Вы не знаете? Я ему звонила, и Егору тоже, но абонент недоступен. Он когда работает, телефон отключает и всех партнеров заставляет. Ничто не должно отвлекать его от работы. Даже здоровье сына? Даже атомный взрыв. А, судя по всему, Егор уже быстро начал впитывать эти принципы. Так что не пытайся до него дозвониться. Когда сочтет нужным, сам позвонит. А у тебя через сколько смена? Через 3 часа. Ну, если сейчас поедешь домой, успеешь поспать. Нет, я вас тут не брошу. Езжай. Правда, я хочу побыть одна. И спасибо тебе еще раз. Я, наверное, еще над номенклатурой поработаю. И будет у нас не брак, а уникальная фишка серии. Мне нравится твой подход. Кофе будешь? А который час? Алена, наверное, с ума там сходит. Тебя режим полета включен? Да, ну, чтобы на фабрике не отвлекаться. Она 20 раз уже звонила, наверное. Серьезно? Ты что, позволяешь себя контролировать? Ну, она же переживает. Ну, женщины все переживают. Если бы я на это велся, у меня не было бы ни компании, и жены бы не было тоже. Контроль все разрушает. И отношения тоже. Поверь мне. О, и вы тоже тут ночевали. Удачно. Сейчас все и посмотрите. И главное, буклеты. Я, наверное, пойду уже. Голова не варит совершенно. Ну, принцесса, что это было? Он просто еще не знает, что я всегда своего добиваюсь. Угу. Привет. Прости, телефон забыл включить. Завертелся. Там куча вопросов по производству. Да, Марина мне сказала, что именно так и будет. Марина? Сказала, что ты будешь превращаться в Игоря, но не сказала, что так быстро. Это работа. Мне тоже работа. Смена через час.
Раньше мне наши работы больше нравились, а они не мешали нашей жизни. Это временно. А вот это вряд ли. Давай не бурчи. Все хорошо. И будет еще лучше. Как твой день прошел? С Огоньком. Герману стало плохо, и мы... Ты опять виделась с Германом? Ты с ума сошла? Я же говорю, ему стало плохо. У него с головой плохо. Или ты реагируешь на его манипуляции, чтобы почаще с ним видеться? Он тебе нравится? Я могу дальше не рассказывать? Герман в больнице. Он очень болен, ему нужна пересадка сердца. Пришла сторожить, чтобы я не сбежал? Ты можешь. Не, в этот раз я решил хорошенько отоспаться. Я, наверное, позже зайду. Ты его даже в больнице оставить не можешь в покое? Да нет, я... Ты сегодня без ружья? Мам, мне кажется, он по другому поводу. Оставишь нас наедине на 5 минут? Ты меня извини, если бы я знал. Да я сам не подарок. Вел себя как идиот. Я тебе очень сочувствую. Ты сочувствовать пришел или мириться? Сумку ставь. Шампанское принес? Я думал, тебе нельзя. То-то и оно. Нельзя. Ни алкоголя, ни девочек. Поэтому-то я сюда и не хотел. Да ты вроде дома не злоупотреблял. Жизнь проходит мимо. Вернусь, буду злоупотреблять. Алена говорит, это хорошая больница. Если тебе понадобится, они пошлют тебя в Москву или пошлют специалистов из Москвы. Невеста у тебя. Кремень. Она меня сюда практически на себе принесла. Мы когда в поселке жили, она однажды коня на скаку остановила. Не, серьезно, без шуток. Мы уже ребенка, правда, но все же. Повезло тебе с ней. Тебе с отцом. Это и твой отец тоже. Пожалуйста, пользуйся на здоровье. Он любит тебя. Знаешь, в нашем доме всегда были собаки. И когда собака умирала, отец тут же притаскивал нового щенка. И чем сильнее он любил собаку, тем быстрее заводил новую. Он вообще не умеет скорбеть. Ну, видишь, ты еще живой, а я уже здесь. Ты правильно понял мою мысль. Походу, он меня реально любит. Слушай, ну все не так плохо. Не всем везет в сознательном возрасте найти брата-ровесника. Я все детство мечтал о брате. Так может, перестанем ругаться и будем нормальными братьями? Надо ж, пришел. Как он? Ну, как он может быть? Я не понимаю, что ты злишься. Я, между прочим, зарабатываю деньги на его лечение. Нет. Ты прячешься в работу от проблемы, которую не можешь решить. Я делаю для Германа не меньше, чем ты. Я, в отличие от тебя, ему врачей нашел. А не как ты бегаешь по шарлатанам. Ну, пока твои врачи помогают мне больше моих шарлатанов. Прости, я понимаю, надо, мы будем почаще вместе. Я постараюсь, правда. Это Борис, надо ответить. Да, Борь, алло. Ну как, ну больница. Ну какая охота сейчас? Нет, конечно. А может... Ну, хорошо. Да, конечно, я согласен. Угу. Ну, это деловая встреча неформальной обстановки. Это часть моего бизнеса.
ты же знала, за кого ты выходила замуж. Я выходила замуж за юношу, который меня любил, как мне казалось. А потом мой отец подарил ему бизнес. И юноша стал любить бизнес. А по-твоему, мы должны были туда сбежать? Быть такими бедными, но гордыми? Так ты хотела? Здрасте. Радость-то какая! А я не звоню. Думаю, люди заняты. Заняты, не то слово. Он взяли выходной, чтобы родных людей проведать. Если бы не я, он бы вообще забыл, что выходные существуют. Пойдемте в дом, я вас кормить с дороги буду. Хоть мясо подожди. Сейчас мясо готово будет. Как же я соскучился по простой жареной картошке. Вас там не кормят, что ли? Кстати, о еде. Давай придумаем, чем гостей на свадьбе будем кормить. Так вы здесь отмечать собираетесь? Алена хочет непременно тут. Ну, то есть там формально, а здесь для души. Если, конечно, твое предложение все еще в силе. Мы можем в доме, да, сделать? Ну, конечно. Свадьба в доме – это ж такое счастье. Мы сейчас с тобой будем составлять меню. Все ваши богатеи обзавидуются. Кто-то по деревне слух пошел, что Егор вернулся. Здрасте, дядь Петь. Здорово, дядь Петь. И Аленка тут. Тут. Мы уж заждались. Думали, совсем нас забыли. Слушай, ворот починить не поможешь. Руки еще одни нужны. Конечно, пойдем посмотрим. Подожди, мясо-то уж почти готово. Мы быстро. Мне кажется, он соскучился по такой простой работе. Ну так вы бы оставались. У нас тут такой работы. Две деревни, два поселка. Да не может он. Я бы вернулась, а он не может. У него там все по-взрослому. Клиенты, договоры, контракты. Отец этот вцепился в него мертвой хваткой. И брат болеет. В общем, как паутина какая-то, опутала, не отпускает. Думали, уезжаете в хорошую жизнь. Да ничего мы не думали. Просто долги хотели раздать. Оказалось, в жизни проблем хватает и без долгов. Да глупости это все. Расскажи, как у вас тут, что нового? Оп. Спасибо, что вытащил. А то в городе у меня ощущение, что на меня самого охотятся. Проблема на проблеме. Да, жизнь тебя треплет. А чего молчал-то? Я, может, чем помог бы. Чем поможешь тут? Германа новое сердце найдешь. Да, я не хотел, чтобы лишние люди знали. Да, это, конечно, новость. Я как узнал, сам чуть сердечным приступом не лег. Парень-то благородный. Бросил Ингу. Тоже считает, что не выкарабкается. Я-то думал, загулял, но вон он как. А про лишних людей это напрасно. Мы с тобой почти родственники. Инга, вон как, твой Егора мертвой хваткой вцепилась. Ни одного так другого твоего сына на себе женит. Один сошел с дистанции, другого принялась. Ну, что тебя не устраивает? Инга не нравится. Ну, скажешь тоже. Ну, а что тогда? Семейный бизнес – это самый крепкий бизнес. Да мы с тобой такую империю можем построить. Правнуки будут гордиться. Как мне в этих отношениях помочь-то? Я сваха, что ли? Можешь не мешать. Не мешать могу. Ну, если честно, выглядишь так себе. По цвету с подушкой сливаешься. Так и задумано. Угу. Слышала, ты с братцем помирился. Это так болезнь проявляется? Ты только в порыве чувств. Не расскажи ему о нашем договоре. А то, мало ли, какие побочные действия есть от лекарств. Я вот, кстати, не собираюсь от Егора отставать. Грустно будет, если он узнает, что ты наспор хотел увезти его невесту. Угрожаешь? Рассуждаю. Привет. Мне зайти попозже? Нет, я уже ухожу.
если она узнает, в какие игры ты играешь. Тоже мне обрадуется, да? Вот творог только что сделала. Так, сыр козий. Яйца. Там Николай. Понял, что я его увидела, и сразу сбежал. Ой, да не берите его в голову, он же не присыхает. Который день уже? Не знаю, откуда у него деньги свалились, но пьет по-черному. Как бы чего не натворил. Да, он уже натворил. Он же купил мотоцикл и в тот же день его в озере утопил. Неужели нет никого, кто его может остановить? А сосед его этот, друг, ну, чья собака его покусала? Я первый раз слышу. Илья... Нет, Игнат. Игнат Фомич. А это Колька вам сам сказал? Угу. Ну все, значит, допился до белой горячки. Игнат Фомич год уж как помер. А собаки у него отродясь не было. Не было у Николая белой горячки. Ну, значит, соврал. Зачем? Кто его пьянчушку разберет? Масло осторожно, не переверните. Простите, я быстро. Стойте, Николай! Откуда у вас деньги? Вам заплатили? Вам хозяин собаки заплатил, чтобы вы в суд не пошли, да? Кто такая вообще? Я вообще-то та, которая вам жизнь спасла. Но я смотрю, вам она не нужна. Уезжай отсюда. И парня своего прихватывай. Почему? По дороге. И чем быстрее, тем лучше. Времени у вас мало. Нет, я от вас не отстану. Скажите, что вы знаете. Песню знаю. Ойся, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ох, какие люди. А я вам звоню, звоню, а вы не отзываетесь. Замечательно, замечательно у меня дела, только деньги заканчиваются. Еще хочу. А вот разговаривать со мной так не надо. Я, может, и пьяница, но не дурак. Понял, что песика-то вы на Егора натравить хотели. Вот в полиции обрадуются, когда я им расскажу, кто это сделал. Понял мой тонкий намек? Тот же. Все, я побежал, увидимся вечером. Слушай, я Николая видела. Сторожа? Сторожа. Ему, судя по всему, прилично заплатили, чтобы он в полицию не обращался. Ничего удивительного. Слушай, он сказал, что тут опасно, и нам надо уезжать, Егор. Я так понимаю, трезвым он не был? Что он еще сказал? Про нашествие зомби тебя не предупреждал? Ты можешь острить сколько угодно, но дело там точно нечисто. Знаешь, я сегодня к нему схожу и попробую его поконкретнее расспросить. Хорошо, дождись, когда я вернусь, и сходим вместе. Ты со мной пойдешь? Ты же знаешь, я с тобой куда угодно. Хоть к пьяному кладбищенскому сторожу. Как в швейцарском банке. Может, выпить хотите? Значит, сами же принесли, сами не пьете. А я выпью. Приятно иметь с вами дело. Я только понять не могу. Чего перед вами Егор так провинился? Нормальный парень вроде. Ну, хоть.
Я, может, что-то не знаю. И ладно бы отравить вы его решили. Или машины переехать. Но собаку на него натравить — это жестоко, ей-богу. Жестоко. Ну, вам виднее. Что такое? Что? Нехорошо. Это 8-й, а там был 26-й. Интересно, по какому принципу их нумеруют? Простите, не подскажете, в каком доме Николай живет, кладбищенский сторож? Пойдемте, я тоже к нему. Что он творил? В последний раз. Ограду моста мотоциклом снес, а до этого пальцев на руке не хватит сосчитать. Лихой у вас сторож. Так и есть. На столе бутылка недопитая. Сам дрыхнет. Придется ждать, пока проспится. Ну, вы с ним поговорите, пожалуйста, ладно? Девушка, у нас таких хитрых убийств, как это, не придумывали, не бывает. У нас тут, если кто кого и забьет, то лопатой на огороде. И то с пьяным. А вот это все собаки, подмена пиджаков, это все для детективов приберегите. Издатели с руками оторвут. Согласен. Пора подключать издателей. Ну. Обложку мне доверишь рисовать? Да ну тебе, я серьезно, а ты? Ну, если серьезно, давай тогда дождемся, когда Николая с белой горячкой к тебе привезут, и ты обо всем его допросишь. Ну ладно, мне на работу пора, а ты домой спать? Нет, тоже на работу. Отец говорит, сон для слабаков. Еле к тебе отпустил. Так же нельзя. Ничего, вернем долг и высплюсь. Провожу тебя и поеду в офис. Ничего себе! Тебя отпустили на работу. Да там такое дело, Алена попросила. Дорогой мой, дела будут всегда. И Алена будет просить тебя непрерывно, о чем угодно. Ты же только понимаешь, что ты ее слушаешься. Что дернешь за веревочку, ты прибежал. Ты уверен, что тебе это надо? Как это жестко о ней. Алена не такая. Все они такие. Тебе, конечно, виднее, но в этой области каждый набивает себе шишки, и чужие ошибки они не считаются. Так, еще остался набег на кофемашину, и мы готовы к мозговому штурму. Поможешь? Ну, я одна 3 стакана не унесу. Можно? Да, входи. Привет. Я думаю, у тебя ночное дежурство. Ночное, вот поэтому пришла тебя проведывать. Как себя чувствуешь? Я предлагаю ввести мораторий на этот вопрос. К сожалению, ничего нового я сказать не могу. Зато с удовольствием я отвечу на другие вопросы. Ну, давай попробуем. Как найти хозяина собаки, которую ты нашел? Я думаю, надо поискать через питомники. Собака породистая. Обычно, когда таких щенков привозят, все данные хозяев записывают, а собаки татуировку делают. Ну что, есть татуировка? А, я не заметила. Но я поищу еще. А с чего ты вернулась к этому? Думаешь, что на сторожа ее все-таки натравили? На Николая натравили случайно, хотели на Егора. А Николаю, судя по всему, еще и заплатили, чтобы молчал. Отличная версия. Только есть ни одна нестыковка. Все это мог провернуть только я и я. А я... Извини. А может быть, Егор еще кому-то мешает? Думаю, что... Так оно и есть. Но тот день все были дома, можешь по камерам посмотреть. Ну, а если какой-то конкурент? Не знаю, дизайнер, например, который сам рассчитывал работать с Игорем? Ну,
Во-первых, ты переоцениваешь дизайнеров. Чтобы выдрессировать собаку, это выше их способностей. У этого человека должен был быть серьезный помощник и много свободного времени. Ну да, согласна, глупая версия. Ладно, рада была вас видеть. Алена, будь осторожней с Ингой. Не доверяй ей. Я не собиралась. Особенно после ее выходки с той фотосессией. Вот и хорошо. Алена, тебя к телефону. К городскому? Ну да, на пост позвонили. Я слушаю. Алена, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Что случилось? Вы кто? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Настя, мне нужно срочно уехать. Прикроешь меня? Давай, но недолго. Я быстро. Вот, говорю же, сказали, позвать срочно. Ален, в чем дело? Мне позвонили, сказали, что случилось. Что со мной тут может случиться? Я не знаю. Но мне на работу позвонили, и вот я приехала. Глупости какие-то. Может, просто номер перепутали? Я ничего не понимаю. Мне сказали, с Егором несчастье. Это что, розыгрыш какой-то? Ну, кому это надо? Ален, никому это не надо. Ты просто переутомилась. Если мы в таком духе будем продолжать, мы на нашей свадьбе просто отрубимся. Больше недели еще. Времени вообще нет. Нам нужно спать. Спать и думать только о хорошем. Ну, тогда спокойной ночи. Я в больницу. Мне на работу надо. Опять прискакала. Как банный лист, ей-богу. Мне кажется, скоро это Егору надоест, если уже не надоело. Она что, не понимает, что она так Егора до свадьбы потеряет? Ну, так я этого и добиваюсь. Это я позвонила ей на работу. Алена, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Алена, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Отличная программа, правда? В жизни не отличишь, что голос электронный. С огнем играешь. Я, конечно, Борису обещал не вмешиваться, но Егор мой сын. Мне кажется, ты об этом забываешь. Что? Я об этом прекрасно помню. Хозяйка сказала семгу подавать после церемонии. И вынесите еще тарталеток с грибами и сыром, без курицы. Вегетарианцев казалось больше, чем ожидалось. Понял. Делается. А я сейчас отнесу невесте чай и займусь тарталетками. Mm. Я сама отнесу ее чай. Займитесь тарталетками. Хорошо. Ромашка? Лаванда. Ромашка, мята. Успокоительный сбор. Нет-нет. Эти как раз с курицей. Так, подожди, я сам. Вот. Алена? Вот. От Германа. Ух ты. Ну, я считаю, что на свадьбе должны быть розы, но у него на все свое мнение. Какие красивые подсолнухи. Спасибо ему. Жаль, что его сейчас нет с нами. Это счастье, что его сейчас нет с нами. Не бегает от врачей, а лежит там, где положено. За что, кстати, тебе отдельное спасибо. Тук-тук, кто-то чай заказывал? Ой, Инга, спасибо большое. Держи. Это успокоительный сбор. Пей. 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 Лучший день в жизни должен пройти спокойно. Нет ничего хуже нервной невесты, поверь моему опыту. Я пойду гостям, ты помоги, если что, и минут через 10 спускайся, хорошо? Я знаю, что ты меня не очень хочешь здесь видеть, я сейчас уйду. Спасибо.
Ну что, где место? Ну, где-то сбежала. Обычно она красная, да. Чуть не забыла. Тут на пороге лежала. Это мне? Ну, было бы твоей дверью, значит, тебе. Кто это написал? Без понятия. Может, кто-нибудь из гостей? Егора убьют. Надо срочно остановить свадьбу. Обязательно. Егора нельзя подвергать такой опасности. Готовы идти к алтарю? Нет, нельзя. Свадьбу нужно отменить. Ты что, не хочешь замуж? Я не хочу, чтобы Егора убили, идите в дом, тут опасно. Алена, тут ну опасно. Подожди ты. Пожалуйста, что? Все в дом, быстрее, тут опасно находиться. Среди гостей может быть убийца. Он пришел Егора убить, еда отравлена, не пейте ничего. Ты ел? Ты брал что-то со стола, пил? Отвечай, не... Или снайпер? Снайпер может быть где угодно. Они быстрее, они за нами следят, Егор. Здесь опасно. Спокойнее. Пошли. Друзья, ну, предсвадебные волнения. Невеста немножко разволновалась, мы сейчас продолжим. Что случилось? Откуда я знаю? Был конверт, черный конверт. Успокойся, не было никакого конверта. Черный конверт с посланием, они угрожали тебе. Хватит, они было хватит, написано... хватит, хватит! Там было написано, что они хотят нет тебя никаких убить. Их! Нет! Это все в твоей голове! Все в твоей голове! Там было написано, что на свадьбе... Не будет никакой свадьбы! Ты этого добивалась? Чтобы эффекты с огоньком гости этого шоу до конца своих дней не забудут. Они угрожали, Егор. Единственная угроза здесь – это ты. Для себя и для окружающих. Я устал. Доброе утро. Доброе. Ну и что вчера было? Лена говорит... Инга принесла ей черный конверт, в котором была записка с угрозой. Я полагаю, записка была написана кровью? Говорит, Инга подмешала ей что-то в чай. Наркотики какие-то. Разумеется. Садись, чайку попьем. Сам-то что думаешь по этому поводу? Я не знаю, что об этом думать. Я ее не узнаю. Она не понимает, что она делает. Она как раз хорошо понимает. Методично добивается своей цели. Она тут свадьбу не хотела, хотела в поселке. Ну и что мы видим? Да нет, не может быть. Мы и так планировали вторую свадьбу в поселке отмечать. Ну, тебе виднее. Это просто нервный срыв. Тем более, столько произошло за это время. Знаешь, ей отдохнуть надо. Хорошо, что вам путевки на Бали подарили. Я не могу сейчас уехать. Тем более, посреди проекта. Очень разумная реакция. Правильная. Кстати, вот Борис Николаевич, у тебя встреча. Он там каких-то международных заказчиков нашел. Так что выходим на международный уровень. Так что, Алену отправляем на Бали одну? Ну, это ей надо. Это же очевидно. Я зашла к нему за деньгами. Он же мне денег должен.
стучу, он не открывает. Я подхожу, а запах такой, а у меня нюх-то хороший, я же продуктами занимаюсь. Коля! Коль, слышишь меня? Фу, запах. Это участковый, дверь откроешь? Как же мы без тебя-то? Он же такой душевный человек был. Он мне коз спас. Он мне крышу чинил. Конечно, когда трезвый был. Но тут алкогольное отравление. И козе понятно. Но откуда у него дорогой алкоголь? Здравствуйте. Не помешал? Егора нет. Я знаю, я к тебе. Помнишь, мы подарили вам свадебное путешествие на Бали, так самолет сегодня? Но свадьбы не было. Ну, билет-то есть. Это подарок. Как-то не поехать будет невежливо. Не находишь? За тобой заедет такси. Вы отпускаете Егора? Ты поедешь одна, у Егора работа. Ну, а ты можешь себе позволить съездить, отдохнуть, развеяться, успокоить нервы. Я тоже работаю в больнице. Я с ними договорюсь. Я без Егора не поеду. Пойми, Егор очень талантливый, у него огромное будущее. У него в жизни будет все. Деньги, известность, успех. В его картину мира очень сложно вписаться. Ален, ты очень хорошая девушка, но... Ну, что ты можешь ему дать? Таких людей, как мы с тобой, очень много. А он товар штучный. Знаешь, я на твоем месте бы... Просто поехал, отдохнул, а потом потихонечку исчез из его жизни. Ты подумай. Заказчик непростой, требовательный. Неустойки чуть что космические. Ну и бюджет у них, будь здоров. А самое главное, это твой шанс сделать себе имя. Простите, пару секунд. Алло, я не могу говорить, у меня важная встреча. Я на пару слов. Ты знаешь, что у нас на сегодня билеты на Бали? Какой Бали? Я работаю. То есть ты не поедешь? И ну, поезжай сама, развейся, отдохни. Я не смогу тебя проводить, прости. Я подумаю. На чем мы остановились?
Приятного аппетита. Я уезжаю. Спасибо за гостеприимство. Самолет только вечером. Я уезжаю домой. Подожди. Что случилось? Игорь все объяснит. Спасибо. Ну? Объяснишь? Что после выходки на свадьбе у тебя есть еще вопросы? Да. У меня очень много вопросов. Но не к ней, а к Инге. Алена повела себя странно после того, как я их оставила наедине. Слушай, давай не будем придумывать какие-то злодейские заговоры. А сцена действительно была позорной. То есть и ты решил назначить виновной Алену и даже не попытался ее сейчас задержать? Невелика потеря. Тебе не кажется, что Алена не такая же завидная партия для Егора? Мне кажется, что и ты не был завидной партией когда-то. Но мой отец пошел у меня на поводу и сделал из тебя, хотел сказать, человека. Но нет, скорее, бизнесмена. Человеческого в себе все меньше и меньше. Приятного аппетита. Алкоголиков на неофициальный заработок не уж. Он где угодно мог денег достать. Его недавно собак подрала. А что собак так не выяснили? А что, если он знал, чья собака? Но ему заплатили, чтобы молчал. Собаки вообще пьяных не любят. Вот и покусала. Без каких-либо натравливаний. Я думаю, стоит поговорить с Лютаевыми. Они хотят охотника. Признаков насильственной смерти нет. Подождем результат вскрытия, конечно. Ну и так понятно. Очередной сгорел от водки. Ну ладно, будь здоров. Бывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Что он сказал? Ну что он скажет? Допился наш Колян? Ну родные-то какие-то найдутся. Ни жены, ни детей у него не было. Может быть, какие-то дальние родственники. Деньги-то мне кто-нибудь отдаст. Он же, когда все промотал, занял у меня. Вернули бы их. Ну как можно давать деньги пьянице? Так он божился, что отдаст. Он сказал, что вложил деньги в дело. И сейчас они потекут рекой. Вечером мы должны были принести конверт с деньгами на дом. Сказал, утром отдаст. Добрый день! Добрый день. Что привело к нам, шериф? Николай, сторож кладбищенский, умер. Прискорбно. Есть основания полагать, что его отравили. А даже. Где вы и ваша семья были во вторник? А вы что, хотите нас в убийстве кладбищенского сторожа обвинить? Просто провожу опрос жителей. Так где вы были в тот вечер? Не помню. Даже если бы помнил, не сказал. Хотите побеседовать, повесточку присылайте. Есть сведения, что на вашего наследника Егора было совершено покушение. И что Николай знал что-то об этом. Ага. Думал, вы серьезными делами занимаетесь. А вы и сельский детектив пишете. В общем, если с вашим Егором что-нибудь случится, у меня к вам будут вопросы. Много вопросов. Всего доброго. Надо же, такие персонажи ходят. Хамить-то было совсем не обязательно. Теперь он будет думать, что мы что-то скрываем. Да мне наплевать, что он там будет думать. В общем, завтра встречаемся за 2 часа до самолета. Обсудим все детали. Твоя задача выспаться. А ты, пожалуйста, завтра все свои проблемы оставь дома. Клиенты должны видеть тебя жизнерадостным и уверенным в себе. А тут на всю встречу провалишь. Я буду в форме.
Инга, я сделал все, как просила. Цени. Спасибо, пап. Говорите этих партнеров провести переговоры на их территории, тот еще номер. Давай, не упусти парня, он мне нравится. Мне тоже, пап. Я обещаю, это будут суперпродуктивные переговоры. И пока я не добьюсь результата, мы оттуда не уедем. Угу. Егор. Алена уехала. Да, я знаю, мы должны были оба на Бали ехать, но я не смог, у меня работа. Да она не на Бали уехала, а в свою эту Атяевку. За ней не поедешь, ты ее потеряешь, поверь мне. Давно она уехала? Ну, часа три назад. Ну что, как прошла встреча с Борисом Николаевичем? Я уезжаю. Погоди, куда ты уезжаешь? Ты что, с ума сошел? У тебя завтра встреча. От этой сделки вся твоя карьера зависит. Я должен поговорить с Аленой. Конечно, тебе решать. Но учти, если сейчас ты подашься на ее манипуляцию, а это манипуляция, Егор, вот тогда, тогда она будет знать, как это работает. И будет уезжать каждый раз, когда ей будет что-то от тебя нужно. Ты ошибаешься. А если нет? Егор, на кону твоя жизнь, твоя карьера. Прими правильное решение. Сейчас варенье наварим. Вы с Егором в столице зимой уже будете, а мы будем варенье есть, тебя вспоминать. Или мы здесь вместе съедим. Согласна. Егор любит мое варенье. Вот будете приезжать к нам из города. Ты знаешь, в последнее время Егор так сильно изменился. Я вообще не очень уверена, что нам до сих пор с ним по пути. Влюбленных чего только не бывает. Поссорились, помиритесь. Сказала разведенная Людмила. У меня особый случай. Так у меня тоже особый случай. Ты знаешь, я его просто не узнаю. Он так трепетно относится к своей работе. Я не помню, чтобы он ко мне так относился когда-нибудь. Мебели своей. Серьезно? Ты его к работе ревнуешь? Да нет. Может, разве совсем чуть-чуть? В любом случае, я не понимаю, как мне общаться с этим новым Егором. Да и вообще, хочу ли я с ним общаться? Привет, как там? Ну, явно лучше, чем ты. У меня эта свадьба не срывалась. Как там Алена? Она ушла от меня. Она тебе рассказала, что было на свадьбе? Сказала, что что-то ей подмешали в чай, отчего она потеряла контроль. В общем, бред какой-то. Подожди, а к ней Инга на свадьбе приближалась? Чай это приносила, да, а что? Тогда не бред. Скорее всего, так оно и было. Инга ей что-то в чай подмешала. Я тебе не рассказывал, но когда вы только в нашем доме появились, мы с Ингой поспорили, что кто из нас раньше вас завоюет, Инга тебя или я Алену. Видимо, Инга решила идти до конца. Вы там совсем рехнулись? Я даже оправдываться перед тобой не буду, с нами и так все понятно. Но если ты потеряешь Алену, ты будешь полным идиотом. Мне кажется, уже потерял. Серьезно? Это сейчас все, что ты можешь мне сказать? Нет, не все. Егор! Егор, подожди! Слушай, ну подумай еще раз. Ну, сейчас тебе кажется, что это любовь твоей жизни, но это не так, поверь мне. Такие Алены приходят и уходят. Их знаешь, сколько будет у тебя? Сколько захочешь. Если ты не свернешь своего пути, они будут у тебя слетаться, как бабочки. Пап, ты меня не слышишь. У нас с тобой разные системы координат. Ошибаешься. У нас с тобой одна система. Одна. Это твой дом.
а не там, среди этих неудачников. Ты не столяр, ты художник. Я уезжаю. Подожди, подожди. Ну, подожди. Ну, хорошо. Если ты так решил, я Дмитрию скажу, что он тебя отвез в эту твою Тяевку. Понял. Сделаю, хорошо. Стучит или мне кажется? Не знаю, не слышу. Не нравится мне этот звук. Остановимся на секунду, я под капот гляну. Алён, тут в новостях про вашу свадьбу написали. Ну, читай. Тут на фотографии мужчина серьезный такой в пиджаке. Там все были серьезные, все в пиджаках. Да, это Дмитрий. Ты помнишь тот день, когда ваш дом сгорел, вы еще в город уезжали? Так вот, пока вас не было, он приезжал. Но я тебе еще сказала, что это ваш заказчик. То он. Это начальник охраны Игоря? Что ему тут делать? Я не знаю, но это точно было. Зачем начальнику охраны поджигать дом? Чтобы выманить Егора жить в дом к Игорю? Значит, если поджог и был, значит, его заказал Игорь? Ну, он что, настолько хотел сына под боком иметь? Я не знаю. Спроси. Игоря? Что, он не скажет правду? Зачем ему так срочно понадобился Егор, чтобы спалить наш дом? Ты кому звонишь, Игорю? Егору. Надо его предупредить, чтобы он подальше от Дмитрия держался. Че, помочь чем-то? Тут что-то за ремень цепляется, не пойму. Фонарик из багажника принеси. Так что собака твоя оказалась вполне породистой. В питомнике нашли хозяина. То есть любой человек может взять собаку? Любой маньяк? Да никакой он не маньяк. Вполне приличный человек. Ты его знаешь? Ты тоже. Это Дмитрий Ковалев, начальник службы безопасности фирмы твоего отца. Я в интернете его пробила. Надо предупредить Егора. Лена была права. О, всем привет. А я тебя навестить пришел. Не вовремя, наверное. Давай попозже зайду. Не, почему вовремя? Наташа уже уходит. Да, Наташ? Я? Да. Я зайду попозже. Увидимся. Наташа не нравится. Она хорошая. Я тебе томатный сок принес и груши. Я слышал, что груши, они для сердца полезны. Это же ты все подстроил, да? Что я подстроил? Пожалуйста, я все знаю. Я даже, наверное, должен быть тронут. Но, папа, ты за гранью. Я не понимаю. А тебе состояние аффекта, тебя даже судьи оправдают.
Ну, пап, как я с этим жить-то буду? Он же мой брат. Мне не нужна жизнь любой ценой. Что ты говоришь-то? Не знаю, что Дмитрий надрессировал собаку, чтобы она загрызла Егора. Что? А что? Остроумный план. Сердце единокровного брата, оно наверняка подойдет. Хотя почему наверняка? Ты же ничего не делаешь наобум, да? Ты же наверняка его сводил на обследование. Сказал, что нужна диспансеризация. Да? Он же ни в чем не виноват, пап. Он же не виноват в том, что он мой брат. Он не виноват, что его отец, он подонок, который нашел его спустя 20 лет, чтобы убить. Сын, ты... Сын, ты говоришь страшные вещи. Тебе страшно? А мне страшно от того, что ты мой отец. Мне страшно, что если бы мне сделали операцию, я не знал бы, с кем живу. Я должен позвонить Егору и предупредить. Сын! Алло? Алло, Алена? Здрасте. Да, здравствуйте, Петр Аркадьевич. Мы можем с вами поговорить? Да-да, я вас слушаю. Ну, вы знаете, мне бы хотелось не по телефону. Я отправил за вами такси. Сможете приехать? Да, я могу, но... Разговор очень срочный. Это касается Егора. Я буду вас ждать. Состояние вашего сына мы стабилизировали, но вы же понимаете, что это не решение проблемы. А долго он сможет так держаться? Без нового сердца недолго. Сколько? Не знаю, несколько недель или дней, или часов. Невозможно сказать точно. Скажите, доктор, как-то можно решить вопрос? Я готов заплатить любые деньги. Деньги тут ничего не решают. Вам нужен донор, подходящий по целому ряду параметров. Мы на связи с банком Морганов. Бригада специалистов прибудет почти мгновенно и сделает все сразу. Просто нужно подходящее сердце. Ну, как-то же можно это простимулировать. Ой, нет. Это ты! Это ты во всем виноват! Это ты потащил его в баню с температурой! Это были переговоры. Плевать! Это была баня, а у него была температура 39. Как ты мог? Как ты мог заставить его больного прыгнуть в прорубь после этой парилки? Сам. А ты? А где ты был? Ты был рядом. Это ты его убил. Это ты его таким воспитал. Ты пацан, ты мужик. Мужики не сдаются, умрут, но сделают. Он умирает, Игорь. Он по-настоящему умирает, он не мужик. Он ребенок. Он наш сын. Ты даже прощения у него не попросил за то, что сделал его инвалидом. Какой смысл просить прощения, когда я же и так все делаю, я покупаю специалистов. И что? Помогают твои специалисты? Ну, помогают! Хватит нам. Просто сейчас обоим очень тяжело. Правда? А мне кажется, что тебе хорошо. А мне кажется, тебе очень хорошо. Я вообще не понимаю, как я могла тебя полюбить. Ты же робот. Ты андроид для зарабатывания денег, больше ничего. Баба, не надо. Хватит, Марина. Надо было мне тебя тогда бросить. Когда связался с этой
учительницей. Да, и ты бы был другой, и у Германа было бы здоровое сердце. Но это отец уговорил тебя, да? Пообещал карьеру в обмен на то, что ты меня не бросишь. Ты выбрал не меня. Ты выбрал деньги. Посмотри, вокруг тебя нет ни одного счастливого человека, ни одного. Если Герман умрет, я тебе этого не прощу. Игорь ведь не просто так вышел на Егора. Я тоже не поверила в отцовские чувства спустя столько лет. Нет, именно отцовские. И не к Егору, а к Герману. Мой внук очень болен. Вы знаете, что ему необходимо донорское сердце. И что, Игорь? Не может быть. Егор идеальный донор. И его надо было убить так, чтобы не повредить сердце. И вначале это решили сделать с помощью волкодава. Но Николай, которому случайно досталось, догадался об этом покушении. Его за это и убили. И значит, наш пожар – это тоже… Да. Егор должен был жить вот именно здесь. Но зачем так сложно? Зачем сближаться с человеком, если все равно хочешь его убить? Для того, чтобы пересадить донорское сердце, необходим согласие ближайшего родственника. Вас, например, вот не удивило, чего это Игорь вдруг признал отцовство? Ведь Егору, слава богу, уже 26 лет, скоро сам отцом станет. Ну вот зачем ему это? Чтобы проще забрать сердце Егора. Да нет, бред, я не могу в это поверить, так не бывает. Игорь очень любит Германа и ради него готов на многое. А как вы узнали, что он в охотничьем домике? Это я ему потом расскажу. Вы полицию вызвали? Разумеется. И вы мне, Алена, понадобитесь в качестве свидетеля. Я вас, собственно, для этого и вызвал. Выходите и держитесь за мной. Егор! Помогите! Не развязывается! И не должно. Отпусти Алену, мразь! Меня отпусти! Отпусти! Зачем ты приехала? Потому что она мне здесь нужна. Вы же полицию вызвали! Еще нет, но скоро вызову. Когда здесь будут два трупа, твой и Егора. Уже все таблоиды раструбили, что ты своими подозрениями свадьбу сорвала. А теперь из ревности убила своего жениха. Ну что вы говорите? И застрелилась сама. Ребят, только вы не думайте, что мне вас не жалко. Вы, наверное, очень хорошие люди, но Герман мой внук. Не повезло парню. Напротив. Я не представляю, кто бы еще столько сделал, чтобы найти ему новое сердце. Спасибо тебе, Егор. Благодаря тебе Герман будет жить. Нет! Отпусти Алену! Я вам нужен! Какая разница, самоубийство или убийство? Я сам мог застрелиться. Ничего. Я поговорил с нашим участковым. Убийство из ревности он поверит быстрее. К тому же, как правильно сказала девушка, она сама всем все расскажет. И расскажу. Вот поэтому свидетелей и убирают. Алена не расскажет, она уедет. Она вообще не приезжала. Сделаешь все, когда я позвоню. Это же преступление. Зачем вам это надо? Плачет хорошо. Извините, ребят, ничего личного.
Я не понимаю, что это за разговоры про пересадку сердца Егора. Я не слышал таких разговоров. И Герман сказал. Перед тем, как его в реанимацию отвезли. Так он же был не в себе. Он меня обвинил. Сказал, я Егора нашел только для того, чтобы донором сделать. А разве не за этим? Я что, похож на убийцу? Разве нет? Я ведь тебе прямо когда-то сказал. Либо брак с моей дочерью, со всеми вытекающими отсюда бонусами, либо твоя провинциальная учительница. Ты же не думал, что твоя любовница, которая звонит тебе на работу, долго проживет. Но ты на это пошел. Не звоните больше Игорю. У него есть семья. Я не могла не сказать ему, что у него сын родился. У него уже есть сын. И, кстати, законная жена. Законная та, которую он любит. Он любит Марину. Мне он говорит другое. И что? Вы хотите увести его из семьи? Я хочу дать ему выбор. Если он захочет воспитывать нашего сына, я не буду ему мешать. Простите, мне надо к ребенку. Так это ты? Ты что, убил ее? Мне сказали, это несчастный случай, что она с лестницы упала. Она не оставила мне выбора. Ну ладно, хватит, хватит. Разыгрывать тут идиота. Времени нет. На, подписывай. Здесь, здесь и вот здесь. На. Что это? Это твое согласие на донорство органов Егора для Германа. Ну, при условии диагностированной гибели головного мозга. Разумеется. Парень, ты ведь когда-то сделал правильный выбор, спас свой брак. Давай, подписывай и спасай своего сына. Давай, давай. Медицинская бригада по забору органов уже выехала. Тихо, парень. Развяжи ее. Тихо. Успокойся. Развяжи ее. Да успокойся. Развяжи! Что здесь происходит? Вы совершаете ошибку. Не в этот раз. Я вызвал полицию, сейчас она будет. Так ты не с ними? Я так хотел быть хорошим отцом. Ты так и не понял, что я никогда не хотел тебя убивать. А Петр знает, что вы здесь? Он же может вернуться и... Петр не вернется, я его запер. В моем кабинете забрал у него телефон. Идите на воздух. Алена побледнела вся. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы не убийца. Я тоже рад. Игорь Валентинович, что вы делаете? Я же выполнял приказы Петра Аркадьевича. Вот сейчас ты это полиции объяснишь. Руки за спину! За спину сказал! Шел! Егор! Свяжи его. Попробуй только рыкнись.
Идите, я сейчас подойду. Алло, Мариш. Как Георгий? Плохо. Врачи говорят, на этот раз совсем плохо. Не верим, он будет жить. Игорь, он умирает. Помнишь, к тебе шарлатан приходил? Говорил, что Герману будет хуже. Хуже и хуже. Потом произойдет чудо, и он выздоровеет. Да. А ты наорал и прогнал его. Я ошибся. Верь ему. Я ему верю, и ты верь. Ты скоро приедешь. Я тебя люблю. Тебя очень люблю, Марин. Он приедет? Я очень счастливый человек. У меня потрясающая семья. У меня красивая, любимая и добрая жена. У меня гениальные и очень талантливые дети. Герман, Егор. Думаешь, сможешь меня простить? Постараюсь. Только буду подкалывать тебя до самой старости. Просто исполнял приказы. В участке разберемся. А это кто приехал? Добрый день. А где тело? Какое тело? Мы трансплантологи. Нас вызвали на забор органов. Это какая-то ошибка. Подождите, нельзя сюда. Я знаю, что у вас большое будущее. Я хочу, чтобы вы прожили жизнь лучше меня, ярче и честнее. Пару месяцев назад я провел обследование в немецкой клинике. Врачи говорили, какой я счастливый, как долго я проживу с таким здоровым и легким и сердцем. Я не мог понять, почему. Почему мне повезло, а моему сыну нет. Теперь я понимаю, потому что я должен помочь своему сыну. Герман, пожалуйста, проживи долгую, долгую, главное, счастливую жизнь. Я обращаюсь к тебе, Егор. Я очень рад познакомиться с тобой. Я очень горжусь тем, кем ты стал. Я прошу подружить с Германом. Мы должны вместе вести наше семейное дело. Женитесь. Рожайте моих внуков. Поддержите Марину. Марин. Я знаю, сначала будет трудно, но потом это пройдет. Я совершаю, наверное, лучший поступок в своей жизни. Прошу вас, не жалейте меня. Я думаю, что я исправлю этим все свои ошибки. Вы так редко к нам приезжаете, а вишня скоро отойдет. А мы к вам на яблоки приедем. Когда яблоки пойдут, мы уже родимся. Слушай, а хочешь кетчуп? Домашний. Я сама делала. К вишне? Ага. Давай. Вот, налегай. А вот и мы. Вы посмотрите, какую красоту Егор сделал. Ага, у нас одинаковые будут. Нравится, да? Еще бы! Слушай, а может, давай колыбели в серийное производство пустим? Разные модели, разные имена. Эту Игорь назовем. Маленький Игорек не против. Вы Игорем решили назвать? Да. Ты не говорила. В честь дедушки. А у нас девочка будет. Да вы что? Угу. Вчера на УЗИ были. Брыкается как пацан, но, судя по фото, девчонка.
Мы у вас хотели спросить, можно ли мы ее Аленой назовем? Игорь согласен.